Постараюсь вернуться поскорее. Не поубивайте тут друг друга. Уровень кислорода 20%. Пап? Папа, ответь! Мам, за 3 года ни единого признака жизни. Мир может исцелиться, еще рано сдаваться. Бежи! Есть кто? Запас кислорода 50%. Стойте! Подождите! Вы еще кто? Я знаю, что ваш муж занимался генератором кислорода. Мне нужно его воссоздать. Если она воссоздаст папино изобретение, мы сможем все исправить, мам. У нас отказала система фильтрации. Если вы не поможете... Умрут 25 человек. Мне нужен генератор, и я его получу. Любой ценой. Ее надо остановить. Нет! Вы не понимаете. Мы вам не враги. Я перекрою кислород, и они умрут! А? Подумай о дочери и сделай правильный выбор. Давай! Дай кислород! Вместе до конца, так? Вместе до конца.